Так, ну вот, ребята, утро, рано, проснулся, солнышко уже вон там светит, вот моя спальня, вот, как я и говорил, два поддона там внизу, сверху дверь, все почистил вчера, протер, одно одеяло. Внизу два слоя, ну, матрас был бы не помешал, потому что жестко было. Под одеяльник сверху, вместо простыни. И второе одеяло, вот. Термос еще горячий. Фонарь на голову. Подушка. Минералка. Хлеб, ой, вчера наелся. Вчера так нажрался, аж плохо стало. Вот сейчас пойду сковородку. Вчера замочил, помою. Вот. Так, пойдем на улицу. Тазик мой стоит. Ночью какие-то шорохи были, или черт его знает, или мне... Вон, сарай, сеновал. Буровая на месте. Посмотрим на мангал, на печь, на кострище. Где я вчера ужинал. Вот доска разделочная. Вот, пожалуйста, костерок. Шесть кирпичей. Видите, три кирпича внизу, между ними щели. И три кирпича там. Так. И вполне нормально. Быстренько. Раз-раз. Поджарил сковородку. Правда, немножко закоптил. Но ничего страшного. Вот так-то. Что еще? Ну, вроде бы ничего, утром уже этот на баге тут, я слышал, разъезжал. В субботу соревнования у него готовится. Вон, видите, поддон с торца. Жестковато. И под утро холодновато. Конечно, не мешало бы матрас. И этими двумя одеялами прикрыться. Все, сейчас позавтракаем. Чай горячий в термосе еще. И... отзвоним начальству. Посмотрим, чем все это кончится. Чем будет продолжаться. Все.